Дональд Трамп категорически не согласен с идеей переименовать военные базы в Южных Штатах, которые носят имена генералов-конфедератов. Он объяснил это уважением к вооруженным силам. 10 военных баз на юге США, в частности Форт Брэк и Форт Ли в Северной Каролине, носят имена полководцев Конфедерации, которая с 1861 по 1865 годы участвовала в гражданской войне и выступала за сохранение рабовладения. Последние дни на волне движения против расизма, вызванного смертью Джорджа Флойда, возобновились призывы пересмотреть прошлое, раз и навсегда отказаться от символики Конфедерации. У президента США иное мнение. Его озвучила представитель Белого дома Кейли МакЭнани. Эти обладающие исторической ценностью и военной мощью базы стали частью великого американского наследия, вписали себя в историю побед, историю свободы. Здесь обучались и были расквартированы герои двух мировых войн, поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих легендарных военных объектов. Никто не собирается покушаться на историю величайшей нации в мире. В среду в Ричмонде, штат Вирджиния, снесли и сбросили в местное озеро памятник единственному президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису. Такая же судьба постигла и статую мореплавателя Христофора Колумба.